Привет, друзья! Я, как всегда, хотел бы поделиться своим кулинарным искусством, которое я приготовил. Это окушок. Это окушок морской. Я его прикупил. Вот. И вот сделал такое блюдо. Я еще не пробовал. Но хорошо. Вот сверху я что-то тут нахерачил. Что это такое сверху? Ты же готовил. Ну и что? Это окунь на подушке из лука и моркови и залитый сметаной, со специями. И запеченный. Вот. Видите, густая какая. Костей почти нет. Так там вообще их нет. Вот я кошку нашел. Ну это какая-то, видимо, недочищенная. Вообще их нет. Завидуйте, те, кто не умеет готовить. Учитесь. Да все умеют готовить. Слушай, я вчера ел, мне ни одной кости не попало, ты все кости вытаскиваешь. Я не умею готовить. Так ты где-то обращаешься к народу. К народу. Слушай, ты какая-то... Может, ты не замечаешь кости? Я вчера слопала вообще ни одной кости. Молочишь, просто не замечаешь. Ну, видимо, именно... Это маленький. Ну, это, видимо, край не обрезан был у рыбы, скорее всего. Четвертая. Ну, это край, край, видимо. Это четвертая. Это где вот это край рыбы. То есть, видимо, ты мне посунула край. Я же не видела. Нет, почему тут целая рыбина? Она же между как бы подушками лежит. Я же не вижу, что там край, не край. В общем, хорошо, ребята. Хорошо. Ну да. Хорошо. Приятного аппетиту. Привет, ребятки.